Привет, игроманы и любители автогонок. Сегодня буду вам презентовать свою новую рубрику, где мы будем рассматривать старые гоночные игры, аркады, симуляторы, ну, все игры 90-х, начала 2000-х годов. Я думаю, многим будет интересно узнать о различных играх, да, которые, ну, прошли, так сказать, не зацепили вашего внимания, да, вы не смогли в нее поиграть, потому как новые популярные игры, типа Need for Speed и тому подобное, да, заполонили YouTube контентом, прохождениями, обзорами и так далее. Но старые игры, это не означает, что они плохие, они просто, ну, как бы прошли мимо нашего внимания, да. Вот, поэтому хочу на своем канале такую рубрику сделать, где мы будем оценивать геймплей, графику, сюжет самой игры, насколько она интересная, делать свои выводы по этой игре, стоит ли в нее играть или же не стоит. В общем, думаю, будет очень-очень интересно все это найти в одном месте, да, то есть не бегать с канала на канал, а, то есть, зашли на мой канал, подписались и получаете новости о каждой игре практически каждый день или через день. Подписывайтесь на канал, я думаю, будет очень много интересного. Всем пока!